поселке Ильском на пересечении улиц Украинской и Длинной открыли обновленную детскую площадку. В торжественной церемонии приняли участие исполняющий обязанности главы района Дмитрий Малов и депутат законодательного собрания края Сергей Орленко. Площадка преобразилась благодаря программе «Инициативное бюджетирование». На обустройство объекта выделили более 1 000 000 рублей, из которых 600 тысяч – софинансирование местной администрации. Устанавливали новое игровое оборудование и благоустраивали территорию жители поселка своими руками. Вам вот такой подарок в преддверии 1 сентября, Дня знаний. Вот. И я думаю, что вы своими трудами много здесь потрудились вместе с родителями. И действительно, площадочка, когда здесь вложен труд, она будет ценна вами. Открытие площадки стало настоящим праздником для детворы поселка. Ребята приняли участие в игровой программе с веселым Мишкой и получили приятные подарки.